В Германии поднимается новая волна негодования из-за поведения мигрантов. В интернете опубликовано видео атаки молодых людей арабской внешности на пенсионеров. Все происходит средь бела дня в мюнхенской подземке. Один из подростков бьет пожилого мужчину, а затем запрыгивает ему на спину и начинает выкручивать руки. Его спутник хватает другого пассажира за воротник и несколько раз сильно толкает. Как рассказывают очевидцы, конфликт разгорелся из-за того, что пострадавшие попытались защитить женщину от домогательств. Когда поезд прибыл на станцию, люди бросились в полицию. Но там им заявили, что ничего сделать не могут, так как оснований для задержания недостаточно. На этом фоне в Кёльне на время карнавала решили в два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличить число патрульных и установить дополнительное освещение. А в лагерях беженцев раздают специальные брошюры с правилами поведения. В них на нескольких языках, в том числе на арабском, рассказывается о наказаниях за кражи, мелкое хулиганство, а главное – за сексуальное насилие. Тем временем правоохранительные органы Швеции расследуют обстоятельства массовой потасовки в центре размещения мигрантов. Ночью жильцы попытались утихомирить разбуянившегося соседа, но в итоге все передрались. В здании разбиты стекла, повреждена мебель. Сотрудникам центра пришлось прятаться в столовой. Возможно, именно эти события заставили премьера Финляндии, ранее пообещавшего дать приют семье беженцев в своем загородном доме, отказаться от этой идеи, как сообщается, по настоянию службы безопасности.